Смотрите в пятницу, 8 сентября в 18.15 на телеканале «Саморадис» программу «О животных хочу домой». Снова в эфире видеовизитки о собаках, которым нужен свой дом, которых отдают из приюта прямо сейчас. Посмотрите и заберите, они так хотят в свой дом. Почему собаки боятся людей и шума? Говорят, их били, но это сильное заблуждение. Генетика и как корректировать собаку со слабой нервной системой. И гости в студии, человек редкой профессии, ловец Валерий Майоров и зооволонтер Татьяна Пугачева. Тема беседы – сложности в работе ловца и эффективность деятельности приютов. Их реальная помощь в решении проблемы бродячих собак. Обо всем этом смотрите в программе «О животных хочу домой» на телеканале «Саморадис» в пятницу, 8 сентября, в 18.15.